Здравствуйте, с вами компания «Дом в дорогу». Меня зовут Константин. Вот этот автодом Tor Ace 32.3, он подходит для эксплуатации по дорогам Российской Федерации. Он получит сертификат. Вот этот автодом Пурсат не получит. Этот Винспорт получит, а вот те два винибага не получат. А как мы определяем, подходят они для России или не подходят, звоните, мы вам расскажем. Tor Ace 32.3, про него мы сейчас вам и будем рассказывать. Этот автодом имеет слайдер с левой стороны, только с левой. Вот предыдущий видеообзор, он скоро будет выложен, там слайдер и слева, и справа. Огромный, этот только слева. Также у него маркиза, которая автоматически закрывается, если идет вибрация ветра. Телевизор внешний, ну такой небольшой, да, вот в некоторых автодомах есть вообще огромный. Кстати, он выдвигается, и можно его расположить как угодно. Кстати, телевизор находится как раз под маркизой. Дождь, солнце, все что угодно, ничего вам не мешает, и маркиза создает комфортную обстановку вместе с телеком. Тут еще столик поставить, и будет совсем классно. Пошли дальше. Значит, ну это, они сейчас закрыты, это люки для личных вещей. Вот это вот люк под кроватное пространство, ну и так далее. Вот лестница для обслуживания автодома на крыше, то есть, ну там раз в год нужно осматривать, плюс еще можно закрепить какие-то грузы вверху, такие крупногабаритные. Забываю все время рассказывать, что эти автодома сделаны из композитных материалов, очень прочных, надежных, которые не поддаются тепловым расширениям и сжатиям, в общем, они навсегда. Значит, автодом кстати, ох ты, посмотрите, слайдер на всю длину автодома, огромный. И вот новинка, вот с этого года стали ставить вот эти вот стекла, они ну, с антизапотевающим покрытием специальным, то есть они никогда не запотевают. Дальше генератор на 5500 киловатт, он может работать во время движения. Сейчас мы пойдем внутрь, и я вам покажу, что из себя этот автодом представляет внутри. Слайдер у него только с левой стороны. Ух ты, давайте еще раз покажем. Да, вот как тут. Открыли и закрыли. Заходим сюда. О! Это огромный семейный автодом. Мы такой же привозили, но такой же приблизительно планировки. Ой, как хорошо мы сюда зашли. Значит, это типа Tor Quantum. Только вот такая же планировка есть Tor Quantum 32 класса С. А это класс А. То есть этот автодом вот с такими двухъярусными кроватями. Кстати, многие ошибаются и говорят, а зачем мне нужны двухъярусные кровати? Вот из этих двухъярусных кроватей можно сделать прекрасную кладовку. Это просто сейчас он сконфигурирован как детская зона. Но если у кого нет детей, значит можно сделать классную кладовку, положить сюда мотороллер, мотоцикл, все что угодно. Но, мне кажется, самое главное предназначение этого места, это как раз для деток. Вы представляете, как с ним, как им будет здесь классно? Вообще супер! Да, вот вы едете, а они здесь отдыхают. Да, ой, как я хотел бы стать ребенком. Так, значит, вот эта кровать, которая выдвигается, ну, приблизительно так же, как и во всех Tor Ace 30.1, 30.2, 32 и так далее. То есть, кровать верхняя, так называемая, она выдвигается. Но сейчас аккумулятор разряжен, мы не можем вам подсказать, но найдите видеообзор Tor Ace 30.1, и вы увидите, как эта кровать выдвигается. Итак, сколько здесь спальных мест? Аж интересно. Раз, два, два взрослых, три, четыре детских, пять взрослых или 5-6 детских. Это я так сейчас пока рассуждаю. 7-8, 9-9, на 10 человек, ребят. На 10. Так, давайте еще раз. Значит, так, для взрослых мест здесь сколько? Раз, два. Взрослых. Я только взрослых говорю. Раз, два, три, четыре, пять. Пять человек взрослых. Плюс детских. Плюс детских. Раз, два, три, четыре. Четыре детских. 9. А допустим, если у вас много детей, тогда у нас взрослых раз, два, три, четыре. Четыре взрослых. И плюс детских. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. То есть 4 взрослых, 6 детей. Либо 5 взрослых, 4 ребенка. Вот так получается. Неплохо, неплохо. Значит, вот этот вот слайдер у нас выдвинут. Вот он, да. Вот это вот слайдер спальни. Слайдер спальни. И вот сама спальня, широченная кровать. Бывает значительно уже. И тоже в американских. А
ну, неплохих. А здесь вода вообще классная, здоровая, большая. Так, туалет напротив деток. Видите, да? Детки, и здесь туалет. Если детям нужно в туалет, они не забегают ночью к маме с папой. Не стучатся, а можно, можно ли нам в туалет. Итак, видеообзор. Значит, автодом на базе Ford F550. С мощностью двигателя 350, объем 6700. Вот система, которая позволяет устанавливать на ноль. Автодом, кровать над водителем. Дальше столик журнальный, одновременно кухонный столик. Столик на 4 человека оборудован ремнями безопасности. Диван-кровать превращают, трансформирующийся в кровать тоже с ремнями для движения. Холодильник компрессорный, который работает от сети 12 вольт и при этом холодит так, что мама не горюй. Вот, дальше у него два кондиционера, раз, два, у этого автодома. Туалетная комната, унитаз, умывальник, душ огромный. Фишка именно этого автодома — двухъярусная кровать. Это помещение может также служить как кладовка или там помещение для транспортировки чего-то крупногабаритного. Спальня для мамы с папой. Вот многие спрашивают, а закрывается ли она? Ну, конечно, закрывается. Причем так нехило, да? Закрывается, причем натуральным деревом. То есть все серьезно. Микроволновка, кухня. Вот тут во всех, видите, вот такая мелочная, приятная. Кухня. Вот такой вот автодом. 32.3 Тор Эйс, который сертифицирован, разрешен для эксплуатации в Российской Федерации. Тут вот такая вот неплохая двухъярусная кровать. Подробности вы можете узнать на сайте domvdorogu.ru. Цену этого автодома вы можете узнать, позвонив мне. И не забывайте, что наша компания не только продает автодома, но и устраивает путешествия с автодомами по всему миру. Сайт domvdorogu.ru. С нами интересно. На площадке компании «Дом в дорогу» в настоящее время готов к продаже самый лучший на сегодняшний день Тор Эйс 30.4 на 7 спальных мест. Он в наличии прямо сейчас. Цена этого автодома дешевле, чем нового, а пробег всего 15 тысяч километров. Для автономного использования стоит 5 аккумуляторов. У него есть пневмоподвеска. Этот автодом может заправляться помимо бензина еще и газом. Помимо газового отопления, автодом имеет запасной дизельный отопитель. У него есть мощный бортовой генератор. Автодом имеет большой слайдер. Автодом снабжен электрической маркизой с системой автоматической уборки при усилении ветра. У него сквозная система водоснабжения и слива сточных вод. У автодома огромный бак черной воды. Автодом автоматически устанавливается параллельно поверхности земли с помощью мощных лап. Подробнее об автодоме 8 918 487 50 79.